Всем привет, дорогие друзья. Продолжаем играть в подлую трусишку. Сники-сники. И у нас второй уровень. А, да, я сделал апгрейд небольшой. У меня теперь 5 стрел. Докупил все. Так, пески. В общем, могут сыграть плохую шутку. Вот они медленные очень. Ну, замедляют, в смысле. Так, а это кто? Опа, опа, опа. Он меня заметил. Я не знал, что он может заметить. Это было печально. Ну да ладно. Не ожидал я, что это скелет какой-то. Вон он там бродит. Как мне на него напасть? Выманить? Ну-ка. Давай-давай-давай. Во-во-во. Отлично. Эй, дружок, уйди отсюда. Да пипец, ну. Что ты здесь забыл? Хорошо. Пойдем другим путем. Я не могу напасть, да, на него тут? Чуешь, чем пахнет? Зараза. Давай так тогда. Отлично. Так. Ну, как вариант. Но он меня заметит. О, это кобра, нифига себе. Вот это новость. Ладно. Пусть шумит. А интересно, она за мной пойдет? Если я в нее выстрелю. В принципе, ее можно обойти, да? Но это не наш выход. Гениально. Мой ход. Я убью тебя! Отлично. Полегче. Кто потревожит смерть
ответит за это. А, то есть, если я разобью... Ну, допустим. А если я разобью, как вот этот, например, кто тогда среагирует? Давайте попробуем. Все среагировали, понятно. Нет. Блин, и второй еще подходит. Зачем ты сюда пошел? Фу, хорошо. Фу, ну ладно. Так не страшно. Но было неприятно. Ладно. Горшочки с прахом. Так, ну здесь как вариант... Кобра. Вот это среагирует. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, заметил меня, зараза. Это больно. Так, я хильнусь, пожалуй. Кобра, кобра, кобра. Ну, давайте выманим кобру. Что она сделает? Ничего она не сделает. Отлично. Хе-хей. Так, ну теперь надо дамаг с лука, по-моему. Чтоб просто издалека накидывать хорошенько. Кстати, до сих пор здесь не могу пройти, потому что там камень надо сломать. Возможно, в дальнейшем какой-то... В дальнейшем прохождении можно будет сломать камень. Так. Берегись дыр. На что? Мне как раз надо в дырку. Watch out. Так, если... Она среагирует, интересно, эта мышь? Ну-ка, мышь. Сюда-ка. О, смотри, что. Ха-ха-ха. Как я тебя, да? Надурил. Так, если я сюда положу вот это. А тут разобьем. Оп, не дотянулся, да? Дотянулся. Ну, минус. Одна приманочка, но с другой стороны нормально все. Красный ход. Так. Вот. Рокхаммер. Три штуки есть. Отлично. Вопрос. Две штуки. Хватит ли мне его на то, чтобы сломать там горку? Или купить можно будет рокхаммер. Наверное, купить можно будет. Так, ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай. Огромная глупость. Сейчас меня убьют.
Давай, муха. Придется потратить еще одну колбочку. Давай сюда. Еще выше. Ну что ж ты такая-то, а? Отличный выстрел. Так, мой ход. Отлично. Так, как бы теперь выманить вот это? А давай так. Сейчас сюда сам припрется. Как? Во приколисты, а? Ну, успел наконец-то. Так, мне бы еще вот эти стрелы пригодились. Отлично. Так, молоток я припас для нужного случая. Здесь не стал разбивать. Так, кактусы, кактусы, кактусы. Что делать с кактусами? Награда 10 дней отдыха в оазисе. Я хп трачу на это, да? Ну ладно. Все равно камень. Не разбивали. Так, птичка, птичка, невеличка. Мышка, точнее. Ну давай сюда уже, лети. Мышь. Что за выстрел? Она была прям рядом со мной. Как я два раза по ней не попал? Так, ладно. Сделаем по-другому. Это только уползет отсюда, я надеюсь. В принципе, я могу пожертвовать своим хп. Так. Нормально. Ух ты, свин какой жирный. Не нравится? Ой. Мой ход, да? Все нормально. Ну, еще пожертвуем хп, что поделать. Хотя, может, и не стоит это того.
странно, я два только нашел. Кристальчика третий не нашел. Непонятно. Где-то пропустил. Так, отлично. Атака из лука. Ну ладно, потом тогда. Да, у меня новое там в магазине появилось. Надо было, наверное, купить сразу. Ну-ка. Ой. Да, молоток. Так, во-первых, поушены мне надо. Два. И молоток. Зря покупал. Накопить 5000 на большую сумочку. Угу. Держать дистанцию вот от этих. Они взрываются. Нормально. Зато деньги не взрываются. Оу. Лабиринт нас ждет. Это там, где было написано не входить. Вот опять я попал в лабиринт. Ага. То есть... Право-лево это одно и то же. Ладно. Так, давайте запоминать, куда надо идти. Угу. Хорошо, вверх. А если сейчас вверх? Или все через кактусы, наверное, надо проходить, да? Да, скорее всего, там, где два кактуса стоят. Ай да. Угу. Свиточек. Бла-бла-бла, рукамерный стак. На full price. Понятно. Давай, иди сюда. Скелетёныш. Как ты успел? Скажи мне, пожалуйста, как? Каким макаром? Успел. Так, опять, значит, сюда. Угу. Надеюсь, он сюда подойдет. Мы тогда его взорвем. Левее. Смелее, левее. Давай, дружок, давай. Скорее всего, пошуметь придется. Вниз. О, сразу. Левее. Видимо, придется пошуметь. Да, он сюда не ходит. Ты что, все равно, что ли? Ему все равно. Ну ладно. Не, давайте по-другому-то. Ух! Удачненько было. Терпение. В этой игре только терпение. Нельзя никак торопиться. Так.
Если я туда пройду, что будет? Даже не знаю. Давайте проверим. О! Я совсем не посмотрел. Меня отравили. Мой ход дрянь. Ладно, возвращаемся. А снизу что может быть? Оу. Все по новой, ладно. Главное, враги не появляются, уже хорошо. Этот жиробасик. Ну, собственно, я смогу по нему попасть вообще сюда? Ближе вставать. Я вообще не бояться его. Ай-яй-яй-яй-яй, как ты, зачем ты туда нажал? Так, здесь... Так, придется вот этот подбить. Тихо. Сейчас меня засекут. Нет, не засекли. Фу. Ну как так-то? Ладно, живем. Так, а здесь... Хошь не хошь, придется тратить. Угу. Ребятки здесь веселые. Какое-то масло. Так я не то хотел сделать, я хотел выстрелить. Не шевелись. Я сейчас умру. Нет, я не умер. У-ху. Я жив. Фантастика. Уже медленно в этих песках, ужасно просто. Оу.
дружбан. Как? Ему вообще пофиг. Его надо взрывать только. О, все нормально. Живы будем, не забудем. Сники-пики-пики-пики. Так. Тут либо хп тратить, либо... камень. Ну, молоток, в смысле. Молоток потрачу, пожалуй. Нормально. Это нормально, я считаю. Так, надо затариться в магазинчике. Так, молоток купить. На всякий случай еды. Так я никогда не накоплю. Интересно, бочка загорится? Нет, ничего не произошло. Так, мыши, мыши. Кот на крыше. Что с вами делать? По одной выпускать, что ли? А, ну, может быть, от них избавиться просто. Они все туда пойдут сейчас. Ну, просто мимо пройти. Нафиг они сдались вообще. Так, а вот этот дружок уже... посерьезней. Я могу тебя заманить сюда, слышь? Давай, иди сюда. Давай, я тебя не боюсь. Хотя, в принципе. Было удобно. Так, надо эти все поджечь как-то, чтобы открыть решетку. Эти поджег. Так. А как бы ту поджечь, непонятно. Пустил. Непонятненько, непонятненько. Так. Каким-то макаром. Надо самому не умереть и взорвать все эти горшки. А чтобы это сделать, надо сначала вот эту разломать. Потом отойти подальше, на всякий случай. Выстрелить в один. Теперь отойти сюда. Выстрелить в эти. И можно забирать. Так что без молотка по-любому не ходить. Так, серьезные ребята, я смотрю.
Ожидаемо, ожидаемо. Сейчас еще с двух сторон меня. Я, конечно, их убью. Но это мало приятного, ладно. Так, вода, вода. Кругом вода. Ну, если я сюда подойду, это взорвется. О. Нормально. А зачем мне мана? А, на ход, точно. Мана-мана. Уху-ху-ху-ху. Вот это удар. Так, открыл туда проход. Если я... Нет, не так, не так, не... Сейчас меня убьет. Наступи на эту штуку, да? Меня здесь нет уже, дружок. Ладно. Это был фейл. Неприятный, но фейл. Нормально убил. Что здесь? Ага, это открыл. Теперь надо вернуться, взять ключ. Подождите, подождите, подождите. Сначала вниз. Печально. Хорош. Нормально. Живем. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Что я творю-то, а? Не, ну надо было так, а? Все сделал как надо. И сам открыл не с той стороны это все дело. Да нет, ну как ты меня... Умру. Ёлы-палы, что ж такое-то?
Да не... Что я так тороплюсь-то вечно, а? Ладно, нормально. В принципе, можно этого заманить сюда. Если он сам не пойдет. ХП восполнить. Все. И не прикасаться к этой штуке. Ни при каких обстоятельствах. Так, свиноподобный здесь. Смысл? Что-то не понимаю. О, я пришел в самое начало вообще. Это как-то вот это надо открыть. Я пока не понимаю, как. Поджечь-то нечем. Сники-пики. Сники-пики-пу. Давайте пойдем подумаем. Был бы там сток сена какой-нибудь. Просто выстрелить нет. А, все нормально, все под контролем. Так, так. Все же просто. Я что-то пытаюсь перемудрить. Поэтому такое количество бочек там вначале стоит. Этих можно просто обойти, не обязательно их убивать всех. С другой стороны, можно и убить. Сколько там на каждого надо? Как ты ушел от возмездия? Не-не-не, ребят, вы чё? Как он меня заметил? Он даже... А, он сюда увидел. Ну, теперь меня заметит, конечно. Нифига себе. Один удар его отбивает. Ладно, фиг с ними. Прошли. КП пока возьму. Так, в магазишку зайдем. Купим себе поушен. Этого купим. Нормально. Смертельный прыжок. Или прыжок смерти. Оба повылезали. Как их забирать, когда они оба вылезают? Но опять же, это не обязательно же, правильно? Убивать всех и каждого. То есть можно и обойти. С этим что-то надо делать.
меня как раз есть два хода, в которые я его убиваю нормально. Без проблем. Так, ну... я сам простой вариант так пройти. Один молоточек остался, да? Да, один молоточек остался. Здесь кобра. Может, он сюда подойдет? Блин, хотел положить мясо же. Иди сюда. Смотри, какое мясо вкусное. Так, с коброй как бы разделаться-то? Наверное, с другого края надо подойти. Нормально. Эх, надо было взять. Как? Да как он меня заметил? Всякий случай полечимся. Так, ну этих баклажанов попаду. Не попал. Попал. Пока он там бродить будет, вечность пройдет. О, хочешь мяско? Зараза. Не хочет моего мяска. Ну ладно. У-ху. Зона каньона пройдена. ХП, ХП. Ну что ж, впереди ждут нас новые приключения. Вам спасибо, что смотрели. Всем пока.